Кураторами летних программ выступили преподаватели Сочинского института моды, бизнеса и права. Поэтому на выставке результатов летней творческой занятости представлены работы как сочинских школьников, так и студентов вуза. Художники постарше участвовали в летнем пленэре, оттачивали свое мастерство в самых красивых уголках курорта. Мы старались найти такие места, где мы можем показать наше солнце сочинское, чтобы играло в листве деревьев, на траве, чтобы зритель почувствовал потом тепло нашего города. Разные приемы работы и профессиональные советы давали и ребятам с площадки нашего двора. Результат двухнедельного творчества – вот эта инсталляция «Дети плюс город». Выдали детям краски, они все сбежались, кто-то катался на велосипедах, кто играл в футбол. И вообще, честно говоря, все удивились такому интересу со стороны детей. Дали тему такую, что дети и город, то есть архитектура, как они видят Сочи. И каждый ребенок мог просто взять краску и изобразить кто-то свою школу, кто-то детский сад, там дендрарий. Именно фишка в том, что Сочи, дети Сочи рисуют Сочи, лето, море. И все эти эмоции, вот они в ярких цветах у нас представлены в эти работы. Сертификаты же победителей сегодня вручили ученикам 8-й гимназии за участие в городском конкурсе рисунков к 70-летию Победы в номинации «Мир планете Земля». Кстати, эти работы отобраны для отправки на саммит нобелевских лауреатов, который пройдет в ноябре 2016 года. А все вместе ребята поставили подписи под так называемой клятвой во имя мира.